Вау, смотрите, как коса создается. Так, мне пишут в скайпе, не отвлекайтесь, это не ваш скайп. Сразу могу вам сказать. Блин, отстань. Оу! Фу, я чуть не усрался. О, сундук. Что-то вы полезли, да? Так, ну у меня сегодня почти весь день свободный, поэтому записывать я буду, наверное, долго. Ну, наверное, буду укладывать по 20 минут все-таки. Так, давайте пойдем уже докуда-нибудь. Еще один спуск. Или тот спуск, который мы были. По-моему, тот, который мы били. Били. Кого мы били? Никого не били. Ладно, пойдемте по обозначению на карте. Там уже что-то светится. И это ветер, который может нас куда-то поднять. Угу, опять ты. Да, и вот здесь, вау, опять этот сундук. Хм. Странно. Ладно, возьмем вначале у этого. Там еще вниз можно будет спуститься, чего-то взять. Не помню что. Я пришел за разрушителем. Братья говорили, что ты придет. Но меня удерживает сильное проклятие. Я не смогу тебе помочь. Любое проклятие можно снять. Да, наверное. Вокруг нас в мире теней скрываются слуги разрушителя. Невидимые другим. Это их кровью мы связаны. Их кровь освободит нас. Я более не могу ходить по миру теней. Я лишён большей части своей силы. Тебе не надо вступать в него. Я дам тебе власть видеть тот проклятый мир на время. Но ради чего все это? Осталась ли у нас хоть малая надежда одолеть разрушителя? Надежда не принесет тебе свободу. Ну вот, мы видим мир теней. Теперь нас все так. Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их! Не так уж сложно. Ну да, вот теперь, когда мы в мире теней, мы обычные сундуки подбирать не можем, можем подбирать только особенные. Давайте спустим. Ну ладно. Спустимся потом, когда. Да, вот подсвечивается и на карте, и наверху видно везде. Так, ну в какой бы ни мы ни заходили, у нас все равно будет изначально первое испытание. Сейчас будет самый раздражающий звук, когда вот это будет смеяться. Лично меня это больше всего бесит. Особенно, когда это будет повторяться 4 или 5 раз. Да, здесь нужно подкидывать врагов. Вот так вот брать. Полагаю, для подобных тебе это не проблема. Yeah.
Хотя бы для таких ситуаций нам нужно качать меч. Да, как только мы заканчиваем, умирают все враги сразу. Мы получаем вознаграждение в виде душ. И теперь нам нужно сломать, ну, скажем так, выбить этот глаз. Вот это мне понравилось! Можешь повторить? Мне не только это понравилось. Ну давайте возьмем, нам все равно терять нечего. Возьмем сундук, мы уже сюда не вернемся. И уйдем отсюда. Так, пойдем на второе испытание. Ага, здесь, по-моему, нужно убить как можно больше зомби или что-то вроде этого. Не помню. Были такие испытания, когда тебе дают союзников, тебе нужно их защищать определенное время. Но оно здесь, по-моему, будет. Либо нет, либо не здесь. Одолеть 40 врагов за... Ага. Просто одолеть 40 врагов. Но тут потом будет не только зомби. Совсем не только зомби. Вот уже появляются другие враги, более сложные. Еще 9 врагов и все. Да, вот уже эти психи пошли большие. О, все, нам крышка. Нужно одолеть еще 4. Для этого нам нужно убивать синих. Тогда будет появляться новый, по-моему, как я помню. Или все-таки нам нужно будет вот этих последних 4 одолеть еще. О, ну все, наконец-то. Так, давайте быстро хотя бы одного зарубим. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Супер. Прекрасно. Конечно, прекрасно. Ладно, тут сундук оставим, он все равно нафиг не нужен. Так, по-моему, Вульгрим должен быть. Если я не ошибаюсь. Давайте сходим, посмотрим, может есть Вульг. Вау, что это там такое? Там какая-то стена. Да, Вульгрим есть. Сколько у нас? А, точно у нас это так. 1500, давайте. Так. Нет. Да, вот это. Нам надо. Твоя мудрость равна твоей силе. Ты слишком, да. А, это мы просто обратно вернуться не можем, пока не закончим. Пока.
Так, ладно, пройдем это испытание, мне нужно будет прерваться, посмотрю, что мне писали в скайпе. Как-никак, нужно еще переговорить, съездить в одно место. Жаль, что это пропустить нельзя, а то уже пипец как раздражает. Не, а маленький салон, ну, наверное. Ну да, теперь нужно будет только фаталити. Благодаря фаталити убивать. По-другому никак. Не будет так. Да, уже появляются враги все сильнее и сильнее. Вау, одна жизнь осталась. Две громилы. Вау. Еще один фаталити и все. Давай, фаталити, фаталити. Все. Ну, сейчас быстро заберем сундук. Кстати, последнего нам откроет энергию хаоса. Мы будем биться демоном. Ну ладно, все, пауза. Ну что ж, я, может быть, пока смонтирую одно видео, заодно схожу в магазин. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был Ноут, всем пока.